Леночка, скажи, пожалуйста, дорогая, как повлияли практики, которые я тебе давала, даловские практики, на то, что ты избавилась ли ты от головокружения, от головной боли, что там тебе волновало? Скажи, пожалуйста, как это произошло? Так, проблема с головокружениями у меня уже в течение, беспокоила меня больше года. Пройдя курс практик небольшой, я полностью избавилась от этой проблемы. В данный момент меня ничего не беспокоит, и все вот эти занятия, которые я прошла, они оказались для меня очень эффективными. То есть я даже не могла поверить в то, что вот такими способами можно, ну, эту проблему решить. До этого я обращалась к врачам, но проблема все время возвращалась. И вот в данный момент я чувствую себя прекрасно, то есть никаких ощущений нет больше. То есть я могу спокойно ложиться на правый, на левый бок, вставать, сидеть. То есть проблемы больше нет, потому что, вот, видимо, те упражнения, которые мы делали, они, ну, вот этому способствовали. Поэтому я очень Ольге благодарна. Я тебе очень благодарна за то, что, ну, вот так вот все как-то решилось очень просто, и мое тело пришло в гармонию, хотя бы вот в этом плане. А скажи, а сколько времени занимает, отводишь ты на это? Ну, в день это уходит буквально несколько минут. Ну, 10 минут, и этого достаточно. Я делаю два упражнения, которые мне были показаны, и, в принципе, они очень эффективные. Ну, даже иногда пропускаю. Но, тем не менее, вот с проблемой больше с этой я уже не сталкиваюсь. Дорогая, и в дальнейшем ты будешь заниматься этим? Конечно, я хочу продолжить, потому что надо результат закреплять. И я думаю, и мне не хочется, чтобы у меня эта проблема возвращалась, а практики мне помогают. И я обязательно буду на них дальше ходить. Ну, спасибо, Лена. Желаю тебе здоровья. Спасибо, Оля.